prosíme o príspevok pána docenta Evgeni Vladimiroviča Jembaka, kandidáta vied, s jeho príspevkom Tradičná kultúra ruského národa, minulosť a súčasnosť. Tento príspevok bude v ruskom jazyku. A tých, kto nerozumejú po rusky, tak pán Zverina, pán prezident, nám povie po slovensky, že o čom bude taký príspevok. A takto, že kvôli krátkosti času, ja len podľa, teda pán Jembak momentálne pôsobí na Slovensku, pochádza zo západnej Sibíre, z mesta Kemerovo. Je to Kuzbas, Kuzbaská oblasť. On bude vlastne o svojom príspevku hovoriť o tej jeho činnosti tu na Slovensku, o identite Slovanov, o výskume slovanských národov v Rusku, ich rozpoložení na euroazijskom kontinente, s tým potom, že bude členiť tu historicky tieto kultúry na južnú zónu a severnú zónu, kde bude potom ďalej opisovať obydlia, Slovanov oblečenie, ornamenty, výšivky, piesne a proste národné umenie ako také. A ďalej sa bude zaoberať oberekmi, ochranou funkciou. No a to je asi všetko. Bude hovoriť na ruskom jazyku a tí starší, ja dúmajú, čo vy viete pani mať, no a mladší sa budú učiť. Nech sa páči. Спасибо большое. Можем говорить о чешски, але... Да, но ну лучше по-русски, чтобы от конференции слышалась и русская речь. Итак, добрый день, уважаемые коллеги, славянофилы, ревнители славянского слова. Как уже сказал Милош, я приехал из далекой Сибири, Славянской Сибири, из угольного региона, как ваша Банско-Быстрица, но из угольного региона Сибирского. Это первый регион, который дает уголь всей России. Но, так или иначе, большинство населения там славянское. Город Кемерово на местном диалекте, на местном языке народов старожилов, тюркских народов изначально, означает «горючий камень». Вот мой дед еще написал в свое время книгу о городе Кемерово, исследуя этносы, культуру и развитие, в том числе славянства и города. Покорение этой части необъятной Сибири славянским этносом. Ну, дорогие друзья, во-первых, я бы хотел поблагодарить организационный комитет конференции, лично господина Милоша Зверину, а также госпожу Николету Юрчинову за предоставленную возможность выступить на вашей конференции, посвященной славянским древностям, исконной культуре славян. Эта международная конференция, как следует из ее заглавия, тематики, в первую очередь пропагандирует нашу славянскую исконную культуру, славянскую взаимность. В названии конференции есть также слово «популярное», значит «доступное», понятное не только ученым. Господин... Ербак, пожалуйста, надо говорить на микрофон, потому что не слушают. Хорошо. Не слышно там, да? Так лучше? Так лучше намного, да? Извините. Понятно не только ученым, но и всем заинтересованным. Это важно сейчас. Именно популярное, чтобы было ясно всем людям. Потому что ученые зачастую грешат многими непонятными терминами и концепциями, которые не совсем доступны для всеобщего обозрения. Я думаю, вы со мной согласитесь. Я на словацкой земле чувствую себя, как у себя в России, и вот мои чувства созвучны
с одним известным стихотворением выдающегося русского поэта Федора Тютчева. «Славянам». Написал он это стихотворение в начале мая 1867 года. Все вы, наверное, знаете эти строки. «Привет, привет вам, задушевные братья, со всех славянщины концов. Привет наш всем вам, без изъятия, для всех семейный пир готов. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви, но знайте, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Вы дома здесь, и больше дома, чем там, на родине своей. Здесь, где господство незнакомо иноязычных властей. Здесь, где у власти и подданства один язык, один для всех. И не считается славянство за тяжкий первородный грех. Хотя враждебную судьбиной и были мы разлучены, но все же мы народ единый, единой матери сыны. Но все же, братья мы родные, вот-вот, что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, России не прощают вас». Вот такие строки были сказаны поэтом, и они свидетельствуют как раз о том, что мы все являемся единой братской славянской семьей. Хотелось бы сказать, что конференция своевременно актуальна, так как славяне сегодня разобщены, делаются попытки отдалить славянские народы Европы от России. Вместе с тем, во все времена были сторонники и активисты, которые будировали интерес к славянству, к его истории, народной культуре, исконным традициям, взаимности. Среди этих будителей самые разные люди, и всех их объединяет одно – любовь, интерес к отеческим гробам, как сказал великий русский славянский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Ну и здесь же примечательно другое стихотворение Пушкина. Я сегодня вот так ваше внимание обращаю на поэзию, русскую поэзию, ибо в поэзии сказано все, в литературе сказано все. Вот у Пушкина есть замечательное стихотворение «Клеветникам России». Если вы мне позволите, я тоже его прочитаю, ибо я думаю, эти строки тоже сегодня имеют значение, явное значение, и говорят о многом. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте! Это спор славян между собою, домашний старый спор. Уже взвешенную судьбою, вопрос которого не разрешите вы, уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый ляг? Или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русское море? А ноль иссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас». И далее. «Вы», я уже опускаю текст, «вы грозны на словах, попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаилский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов». Дорогие друзья, я думаю, что это аплодисменты великим поэтам, великим поэтам, которые все-таки любили славян, любили всех славян, как и мы сейчас относимся ко всем славянам с любовью. Я преподаю в университете, и для меня ваши студенты, ваши люди – это как родные. Я иду по улицам и слышу родную славянскую речь.
К сожалению, конечно, сейчас в мире в связи с глобализацией стали превалировать другие языки, но самое главное, что вы здесь, и мы, и другие славяне сохраняют и сохранили свою культуру. Выжили среди сильных мира сего, и мы слышим по-прежнему славянскую речь. По-прежнему славянскую речь. Поэтому нужно пропагандировать, изучать не только германские, романские языки, но и славянские языки. И словацкий, и русский, и чешский, и польский. Ибо это языки огромной массы, не просто массы, а культурных, здоровых, красивых людей, которые населяют большую часть Европы и Азии. Теперь, дорогие друзья, я бы хотел остановиться на некоторых аспектах, которые связаны непосредственно с традициями русского народа. Единственное, скажу то, что Россия разная, и что традиционно, если мы говорим о русских, то выделяются прежде всего северная, южная историко-культурные зоны на европейской территории русского расселения и средняя полоса между ними – это Междуречье, Оки, Волги, где, собственно говоря, и формировался русский этнос. Вы знаете, что русская земля пошла с Великого Новгорода, затем был Киев. И вот о русских сейчас мы узнаем, о традициях, ну, прежде всего, из берестяных грамот, которые совсем недавно были вновь открыты. Это вологодские грамоты, это и новгородские грамоты, где повествуется о жизни славян. Славяне были грамотными, славяне умели читать, писать, красиво одеваться, вкусно готовить и уже имели свое лицо. Но в источниках они появились очень поздно. О них заявляют очень поздно, ибо может быть стереть вот эту историческую славянскую память. Итак. Сейчас по порядку, чтобы не торопиться, значит, остановлюсь, ну, изначально на народном искусстве и народных художественных промыслах. Что от всех других видов искусств, народное искусство отличает в первую очередь этническая традиционность. Художественная традиция, на которой зиждется народное искусство, это определенный комплекс изобразительных средств, образно-сюжетный, композиционный, цветовой строй с набором определенных технологий, инструментария, который свойственен лишь данному определенному народу, этносу. И те события, которые отражены в истории народа, они представлены и вот в этих, скажем, народных промыслах и в народном искусстве. Я дальше покажу потом некоторые слайды, некоторые картинки, только лишь сейчас пока несколько слов еще. Русское народное искусство базируется на художественной традиции, сформировавшейся в Древней Руси и уходящей корнями в древнеславянское искусство, которое соприкасалось на пути исторического развития со скифо-сарматским. В сложных взаимовлияниях древнерусского искусства на протяжении веков с искусством Византии, Запада и Востока сформировался строй русской художественной традиции, которая затем развивалась на протяжении столетий во взаимодействии с художественными культурами многих народов Европы и Азии. Из древних и повсеместно широко распространенных видов народного искусства это художественное ткачество, вышивка, кружевоплетение. Они прошли сквозь века и развиваются в наши дни в отдельных центрах. В быту русских в прошлом большое место занимало художественное ткачество, изготовление узорных тканей из льна и шерсти. А славян лен, к сожалению, в археологии не остался, ибо он тлеет в земле,
Известны только шерстяные были изделия, которые были обнаружены. Но узоры, которые были представлены на этих изделиях, в том числе, реконструированы и говорят о том, что они славянские. Эти узоры имели магическое значение. Они служили оберегами, охраняли человека. Поэтому и на одежде, и на предметах быта их размещали в соответствии со сложившейся традицией. В России это северная или южная традиция. Изначально они имели вариативность свою, но в дальнейшем они объединились. И можно говорить о каком-то едином таком культурном пространстве. В том числе и вот говоря об украшениях и об этом творчестве. Об этом творчестве. Вот, например, для русского севера была характерна вышивка росписью нитками красного цвета по белому фону, определенный образный сюжетный строй, фигура женщины или заменяющего ее древо жизни. Изображали птиц, коней со всадниками, барсов, львов, ладьи, что тоже было, естественно, связано вот с мифотворчеством славян. Вот, я думаю, этот орнамент, в принципе, распространен, и его можно видеть сегодня на очень красивых узорчатых тканях наших красивых женщин, славянок, так? Ну и мужественных мужчин. Некоторые сегодня тоже вот в рубахах национальных, таких славянских, да? Общеславянских. Вот изображение, скажем, это восточнославянские, вот русские, ромб, да, розетка, которая вот переходит вот в такие интересные узоры. Ну, надо сказать, что они во многом узоры типологически совпадают, да, этот узор совпадает, поэтому по, скажем, разным местностям, разным географическим областям можно наблюдать схожие узоры, в том числе некогда схожие и с вашим узором, потому что вот ваши, скажем так, еще в 19 веке алейкари и шафраники путешествовали аж до города Бодайбо Красноярского края в Сибирь, торговали олеем, гребешками разными, утварью. Об этом еще писал Измаил Иванович Срезневский. Путешествие по жупанствам по Верхней Венгрии, он вдруг обнаруживает русскую утварь, русские полотенца, русское убранство и некоторые узоры уже нашиты в перемешку с русскими и, получается, словацкими. В чем дело? Оказывается, вот эти путешественники в сложные годы засухи пробовали себя в такой коммерческой деятельности и проникли аж до Сибири. Ну, я не говорю уже о том, что на нашей территории остались семьи бывших чехословацких легионеров и тех людей, которые работали в штольнях, в угольной промышленности, на рудниках. Именно у нас многие фамилии, единственное, они писали себя, были не совсем грамотные, писали австро-венгер, а не словак, указывали, это понятно по каким причинам. Но у нас существует вот в музее Красная Горка об этом целое свидетельство о их семьях. И некоторые так и остались там. Женились, и есть у меня эти документы о этих людях. Это очень интересный такой пласт культуры. Чехов и словаков было немного. В основном они оселись на территории, скажем так, Забайкалья, по Транссибирской магистрали вдоль этой территории. А вот поляков у нас в Томской губернии очень много. Есть там и католические костелы, и есть там школы, где преподается польский язык. И вот таким образом мы общаемся и в Сибири с нашими уважаемыми польскими друзьями, коллегами, да, которые тоже часть нашей культуры, общей культуры. Так, дальше следующее можно показать. Вот с такими руками изображалось, да, то есть вот качество, да, было распространено именно у славян.
То есть славяне вышивали, и вышивка до сих пор все женщины, не только дворянских, но и крестьянских семей, вот и все девочки у нас вот учатся этому искусству вышивать. Но я думаю, все славяне это занятие любят, да? Изображают вот такую символику, или санорную символику, или непосредственно символику вот таких диковинных животных. Так? Ну, у русских, скажу я вам, основным таким животным считается медведь. Раньше даже славянское название говорит о том, что его не называли прямо медведем, а тот, кто ест мед. Но существует поверье, что медведь изгоняет злых духов, борется с нечистью там, где он находится. И поэтому до сих пор принято на Руси, в России сейчас, по улицам водить медведей. На показ водили раньше для потехи, но это имело символическое значение. То есть, таким образом, он выметал своим видом вот злых духов, злых неславянских духов, боролся с ними. Вот поэтому символ России, в том числе и медведь. Он и с когтями страшный, и с другой стороны, он и покладистый, здоровый, красивый. Так, следующее, да? Ну, это народный женский костюм, естественно, с течением времени он претерпевает изменения. Все это связано с географическими традициями и наслоением разных культур, южных культур, на севере. Ну, самое исконное, это северная часть, где сохранены были потом монастыри, когда было татаро-монгольское нашествие, все-таки русская часть, она переместилась вот в северную часть. Северную часть, это вот выше Ленинградской области и чуть западнее. Ну вот такие, это 19 век, 20-й, но это сохранение, то есть та традиция, которая не иссякает, которая передается из поколения в поколение. Здесь тоже не совсем, может быть, видно вблизи, с близкого расстояния рисунок, орнамент, но тем не менее он тоже славянский, славянская вышивка. Изображалось все в таком в красном цвете, это видно, что эта рубаха уже особ, скажем так, не крестьянских, ибо здесь уже использованы золотые нити. То есть это уже более дорогой материал. Так, дальше можно показать. Вот тоже ситцевые платки. Так, фабричная печать, но тем не менее тоже изображающая вот такой народный рисунок, народный колорит. И материал сам, и материал. Это уже не шелка, завезенные с Востока, а это тот материал, который прорабатывался исконно в славянских землях. Так, пожалуйста, следующий. Вот такие тоже льняные полотенца. Вот у кого-то я даже видел такой же точно практически узор, да? Такой же орнамент. То есть вот здесь сложно даже различить, русский, словацкий или, то есть, восточный, то есть было очень такое смешение. Обнаружено, потому что народы, двигаясь, развиваясь и осваивая новые территории, вот проникли аж до Дальнего Востока и привнесли свою культуру, но культуру славянскую в своей основе, в своей основе. И у нас славянская культура сейчас процветает. Даже разрешили официально по закону быть кудесниками, врачевателями на законодательном уровне, а не только ходить в поликлинике. Вот буквально недавно. Так, к слову. Ну, это прялки, деревянные прялки, на которых тоже изображены санорные знаки, повествующие о славянской идентичности. Угу. Так. Извините, господин Евпак, у вас еще 5 минут. Всего 5 минут. Так, ладно. Ну, с картинками достаточно. Хотелось бы, если у меня всего 5 минут, у меня, конечно, всего много, но я бы хотел еще сказать о литературе несколько слов, что в литературе русской, как я уже говорил, представлены вот эти такие пафосные мотивы, которые связаны именно вот с упоминанием вот мифологии славянской мифологии. Вот. Допустим, та же самая песня «Овечьем Олеге».
с дружиной своей в цареградской броне. Князь по полю едет на верном коне, из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник. Покорный Перуну, старик одному, заветов грядущего вестник. То есть уже идут такие упоминания или сцены. Или у Лермонтова. Несмотря на его кавказские мотивы, тоже встречается вот такая славянская мифология, мифологемы. Вот. И в том числе в более позднем его творчестве и в стихотворениях даже «Бородино, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Поле, да? То есть значимость поля для славян. Открытое место, где они показывали свою силу, боролись с врагом. То есть вот такая символика тоже возникает. Или еще буквально 3 минуты, я так чувствую по времени, да? Или знаменитое стихотворение Лермонтова. Упоминание символика грозы. Стихотворение «Бой». И кони их ударили крылами, ярко брызнул из ноздрей огонь, но вихрь отступил перед громами, и пал на землю черный конь. Или вот «Аул Бестунжи», стихотворение «О горной грозе». Над детской головой моей венцом свивались облака твои седые, когда по ним гремя катился гром, и, пробудясь от сна, как часовые пещеры, откликались кругом. Я понимал их звуки роковые, ну и так далее. То есть символика грозы именно показана в духе славянском. Упоминается Перун, и наряду с библейской традицией уже упоминается традиция славянская. Ну и о врачевателях, кудесники, скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною. То есть на Руси и сейчас вот эта деятельность продолжается, и мы знаем, что волхвы, славяне, они были очень хорошими целителями, и этот аспект культуры, он также известен всем. Вот. Ну, можно обо всем сказать. У меня такой обширный получился доклад. Я хотел затронуть и то. Ну, хотя бы часть, какую-то частичку славянского, русского. Я вам, может быть, как получилось, вот попробовал представить на русском языке. Спасибо вам большое за внимание. Все, о чем я говорил, это, конечно, необъятная литература. Это тот опыт, который, собственно, представлен во всем, скажем там, славянском творчестве. Но существуют и более, скажем так, работы классические, там, Рыбаков, к примеру, это вы знаете, эти работы. Но есть современные исследователи, которые, ну, если вы хотите, я вам могу сказать потом фамилии, вот, в частности, занимаются славянской проблематикой, там и Соколянский, например. И вот я себе выписал, здесь целый перечень литературы, если потом вам будет это интересно, я могу, да, обратить ваше внимание. Да, то есть там большой список. К сожалению, я не успел подать статью, может быть, это получится, потому что у меня очень, ну, скажем так, загружен мой рабочий график. Я здесь преподаю русский язык, и у меня очень много работы. Но я просто вот захотелось не выступить среди нашего славянского братства. Вот так. Ну, если я каким-то образом ответил. Я бы сам дополнил, что те материалы все будем давать на нашу веб-ову странку. А в сентябре тут будет конференция «Символы, взоры, орнаменты». Может быть, что-то я уже успею выслать вам с этой литературой непосредственно, но я буду уже у себя в Сибири, потому что здесь я только до июля. У меня заканчивается контракт, ну и я уезжаю, чтобы рассказать о вас, как живут в Словакии, о словацком языке, потому что мы, к сожалению, друг о друге очень мало знаем. Из-за этого все проблемы. Знаем в основном то, что нам преподносят, а преподносят нам негатив,
как правило, так? Поэтому вот общаемся, я говорю своей студии, общаемся, вот смотрите, какой русский перед вами. Они о чем там где-то сказали, кто-то сказал, указал. Так. Спасибо. А свое решение о этой вопросе? Так, ak nie sú, času máme málo, ja by som sa poďakoval doktorovi Jevpakovi za jeho vystúpenie a Alenka, poprosím ťa, malý darček. Padarok. Páčilo, spasíva. Spasíva vám, uvažajte.